Мектепке мендер, біз әлі Вроцлав қаласының көшелерін қарап жүрміз. Басына түсіп. Тут можно типа обувь твою снять. Да? Типа если я вперед пройду? Да. Мен жоқпын ғой. Солнце не греется вот сюда. А, вон солнечные батареи, да? Сейчас покажу. Вот на домах установлены. О, вы еще видите, солнечные батареи сверкают. Кажется. Сейчас он вечереет. Где-то пол девятого примерно время. Вот такой вот закат. Сегодня было жарко. Ну, 32 градуса. Горище. Солнце светит, он. Жара прям запарили, потели. Да, машиналар, Peugeot, Passat, дальше Toyota, кажется, да, Toyota. Ну, в общем, такие вот европейские машины. Ну, насчет бензина мы сказали, что уже здесь дорого. Очень дорогой. Да, в Германии, в Голландии еще дороже. Говорят, ну, еще дороже. Так что... Бензин дорогой, но машины недорогие. Но машины подержанные. Машины... Из автоскуп. В два раза дешевле, чем... Чем в Казахстане, да? Чем в Казахстане. Но... Поэтому можно сюда приезжать и... Как и раньше делали все, скупать машины, скупать, гнать туда, там где дороже, ну не знаю, может быть для продажи, может быть для себя, главное где, как, потом можно ли будет ездить где-то на европейских, так сказать, номерах, на польских или на каких других странах, то есть в Казахстане, это еще неизвестно. Либо там надо все равно будет оформлять, тоже неизвестно. Хотя у нас ездит и на армянских номерах, на кыргызских номерах, ну и на российских номерах. Некоторые даже не переоформляют, не регистрируют. Так что... Надо, наверное, почитать. Да, надо будет потом, наверное, почитать в интернете, посмотреть, насколько это все... Сейчас ну, можешь подождать. Да. А по пути не родишь какой-то? Опять цветочки. Все красивые цветы, если будем розы выращивать, да? Можно розы. Угу. Красный розы. Угу. Да. Розы, розы. Да, вижу. Как бы вот в этом райончике двигаемся. Он такой сюда, видимо, и на машину заезжает.
ставят узкие проулочки для парковок, видимо, и так далее. Кому как. Короче, не знаю, куда дальше. Дальше идти, не идти. Или вот так. Пойти вот так. Может, надо будет подумать. Че, вот так хочешь? Ну, пойдем так. В общем-то, да. Такие вот. Спокойно, трамваев нету. Ну, трамваев нет, это не как Катовицы. Катовицы у нас. Катовицы там рядом. Прямо сняли квартиру, и нас через километра был этот. Трамвай. Трамвай, он, да, ночью утихал так. Утихал он в час ночи. И три просыпался. И, короче, два часа, получается, не ездит. Они рано встают. Да, можно сказать, всю ночь ездит. Всю ночь ездит. Да. Безостановочно. Ага. Так, машина едет. Ага. Так, машина проезжает. Поэтому мы пойдем вот так вот. Спальный райончик. Вот такие вот цветы, цветочки. А? А, для машины, да, мечтать? Да, тут, короче, это явно все не искусственное, то есть натуральное, да? Да. Да, ну, само собой. И все такое пипец красивое, как всегда. Что говорить? Кого? Зеленый. Кто-то, да, зеленый, кто-то, то есть кто-то в такой вот красоте живет, то есть облагорожен такой вот красотой, такими зелеными. Что, мягкие? Нет, такие. Твердый. Как искусственные. Как искусственные, да. Реально искусственные. Но они настоящие. Но они настоящие, явно, явно. Зачем они искусственные? Да. Нет, это реально настоящие, как-то постриженные или как-то вот так растут они. Ну, четко. Сорт такой. Сорт, да, машина. Вот так вот машина стоит, и потом проезжает. И все. Как бы. С дороги немножечко устали. Да? С дороги устали. Надо будет прийти, душ принять, завтра положиться, чуга шығамыз, көреміз, қалай, вот, оно, договор может подписать, көреміз, не мене болатын, не мене айтатын, бүгін бізге киімдерді беріп, берген, енді уже келіскен нәрсеге, келістік деп ойлаймыз, көреміз. Бәрібір жұмысқа келдік деп жұмыс істейміз. Вот солнце вон там вот садится, там трасса, по которой мы, возможно, приехали. Гидранты, ну, вообще классно, везде их много. Да. Куда мы заходим, даже не знаю. Но вот такие вот улицы. Улицы, 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 да? Вон опять. И что, дальше пойдем? Вдруг. Ну, пойдем дальше. Вот такие вот трехэтажные дома. Так вот, такие вот сланцы стоят, сколько они стоят, 3000 тенге, да, 25 злотых, пишем. Долго их снимать не надо будет. Да? Показали улицы Вроцлава, то есть где, ага, мы остановились на сегодня. Погромче. Да, Алажаса, завтра утром будем уже дальше. Ну, а тут уже двигаться. Да. Дальше, ну, не говори, видимо, то, что с дороги. Уставшие, ладно. Отдыхаем, мы отдыхаем. И все. Все будут отдыхать, потому, да, что наступает ночь. Ага, все. Да, всем пока.